здесь у нас новиночка. Это наш кольцевой новый котел. А что за форма теплообменника такая интересная? Да, это, мы называем это битермический теплообменник. Даже так, биметаллический, правильно даже сказать. Потому что это два металла. Подойдите поближе, я вам сейчас. Вы снимаете, да? Да. Здесь, смотрите, первичный теплообменник выполнен из меди, вторичный также из меди с биовиком. И залит алюминием под высоким давлением 400 атмосфер. Это покрытие получается покрытие, алюминиевое. Да, получается у нас идет горение. Ну, давайте я вам покажу просто для наглядности. Дополнительная запчасть у нас снята. Ага, понятно. Это у нас горелочка. Это в верхней части находится, вот так, да. То есть запугивание все заключается в том, что вам нужно открутить гаечки, снять его. И, собственно, здесь почистить вот такие вот отложения, если они будут. Ну, в принципе, простота обслуживания. Здесь подсос воздуха идет у вас. Нет, не так. Нет? Нет, вентилятор. Все, понял. Вентилятор сверху горит, да. У вас горение происходит сверху вниз. Дальше здесь идет такой штаны такие. Конденсат сюда стекает, а в дымовую трубу входит. Вот так вот, да? Если это будет наглядно, это вот так. Ага. Выглядит. Просто мы сейчас все это разобрали, делаем. Тут мешает шпилька. Понял. Здесь вот подставка такая еще. Есть модели с расширительным баком, есть расширительного бака. Вот, собственно, фишка в том, что все зло находится у нас в меди, соответственно, долговечно будет. Алюминий, так как у вас заливается под высоким давлением, он очень плотный. Вот. Алюминию стекает конденсат, который есть. Вот. Соответственно, алюминий устойчив к конденсату. Соответственно, у нас котлы в Европе продаются более 20 лет. Это уже просто обновленные модификации. Мы их выпустили на российский рынок в прошлом году. И декларируем сейчас вот как раз. И эти котлы, они простые в эксплуатации и очень надежны. Здесь нет ни одного пластикового узла практически, да. Мы с вами видим один электротонизация, он же розжига. Температурные датчики, обращаю внимание, легко вынимаются. Вы можете вытащить сухой контакт. Пожалуйста, взяли, надо вам его поменять, вы вытащили его. Вот, все. Простота обслуживания. Котел можно скрыть и обслужить одной отверткой и, в принципе, шестигранник. Вот вам надо его назад установить, пожалуйста. Ну все, защелкнул. Я защелкнул, да. А в котле и также здесь. Да, также здесь. В котле отсутствует трехходовой клапан и привод. Да? Соответственно, как у нас работает ГВС? Вода проходит, турбинка понимает, что прошел проток. Насос останавливается отопление, и рулевка идет за счет у нас горелочки. Угу. Вот, соответственно, данной модели это представлено 24 киловатта, 24 на 28. 24 отопления, 28 у нас идет по ГВС. Конструкция ГВС такая же, как стандартно в битермических теплообменниках? Нет, как же, ничего подобного. У вас битермический теплообменник, это у вас там труба в трубе, грубо идет, а здесь у вас идет две разные трубы, и посередине алюминий. То есть это биметаллический теплообменник, то есть два разных металла. То есть у вас здесь течет отопление, а сзади первичный теплообменник, его не видно, вторичный теплообменник с ГВС, его не видно просто. Вот, соответственно, у вас нет трехходового. Ну, у нас упрощается система. Датчик давления присутствует по отоплению. Эти копы можно ставить на старые системы. Даже если давление низкое, вы снимаете, он будет работать. Продолжает работать. Он сигнализирует вам ошибку, но продолжает работать. Датчик, обычный манометрический присутствует или только этот? Манометрический это какой? Я имею в виду механический. Да, механический. Конечно, плата, смотрите, по комплектациям. У нас плата идет Siemens. Газовый клапан Siemens, блок розжига Siemens, везде только качественные европейские бренды. Плату, если вам нужно заменить, пожалуйста, вытаскивайте. 2 секунды она у вас в руках. Можете подключать, очень удобно. Нет протечки здесь никакой. Вот, устанавливается. Давайте я остановлю просто немножко. Обращаю ваше внимание, котел полностью обесшумлен. Видите, специально проклеен таким гирлянным. У вас получается единая Он мало шумный, ни у кого такой шумоизоляции нет. Вот. Ну и, собственно, по автоматике. Плата поддерживает OpenTherm, то есть вы можете подключить любые Wi-Fi модули, все что угодно. Да. Ну, в нашем случае зонд это самый нормальный модуль. Ну, зонд Эвановский, пожалуйста, да, выходите. Я почему говорю зонд, это наш сервер, Эван, честно говоря, не знаю. Хорошо, смотрите, OpenTherm, радиодатчики поддерживает, вот, и здесь есть программатор еще дополнительный, можно неделю выставить.
То есть у нас получается с вами моноблок такой, очень тонкий, 24 сантиметра, малошумный котел и эффективно работает. Обслуживать практически здесь нечем, ломаться практически тоже нечем. Управление включили-выключили. Да, включили, как я понимаю, изменили режим зима-лето. И ей там, же. Смотрите, у нас есть инструкция, там подробно прописано все хронологии. То есть сейчас просто я смотрю, плюс-минус температура, плюс-минус, да. А как выйти, ну, на ГВС, нажали? Вот у вас кнопочка, вы нажимаете. А, вот изменение, да? И у вас там либо переключается, вы даете температуру на ГВС, либо вы даете... Ага. Это кнопка, и она же индикатор. Да, она индикатор, а вот плюс-минус он добавляется. Ну, на самом деле, здесь код ошибок, там определенные цифры обозначают определенную неисправность. То бишь, если мы на старой системе отключили датчик, знаете, на градиционную систему у нас здесь... ничего отключать не надо. Вы даже, он будет просто... Мы проводили эксперимент, например, мы просто напрямую... Мы ездили на стажировку в Польше, у нас в Польше просто ближайший наш филиал, коллеги наши, они продают более 2000 таких котлов в год. Мы, когда стали вводить, собственно, данную модель в России, мы съездили к ним и проводили стажировку. Мы учили разбирать эти котлы, функционал, мы ездили на объекты везде. И мы делали разные ошибки с котлом, да, имитировали ошибки. И вот нам показывают даже, вот, пожалуйста, можете отключить, котел продолжает работать. Я имею в виду, что здесь ошибка индицируется, да. Но я продолжаю управлять котлом. Вы... Это как нет, бы если в аналогах, как ошибка, она закрывает все возможности управления. Нет, вы здесь, нет. Он вам продолжает котел работать, но фиксирует ошибку. Угу. Котел полностью останавливается у вас по перегреву, либо по отсутствию пламени, либо там по газу, по всему. Вот эти вещи. А давление, оно пока, просто данную модель перегреть практически невозможно. Понимаете, если вы возьмете, возьмете другой котел какой-то, где тонкие расстояния, там вы можете перегреть, и там это очень критично. Здесь даже если вы сухой включите, он сойдет на перегрев, и все тут ломаться нечем, тут деформироваться нечем, понимаете. И, соответственно, трубки ГВС у вас тоже большого сечения будет долго забиваться. Это не пластические пластинчатые плотины, которые через год зарастают. Поэтому мы считаем это очень... Здесь и пролеты большие, скажем так, по сравнению. Ну, это тем, пролеты, чтобы... это для... И смотрите, еще один момент, на что хотел бы обратить внимание. Этот котел работает в режиме ГВС, в кондиционном режиме. Да? То есть, грубо говоря, чем больше у вас вход холодной воды, тем больше дохлаждаться до нового газа. То есть, котел 100% конденсации. Какие еще котлы? Стандартные, я имею в виду, традиционные. У нас ничего. У нас все отличается, оборудование от всего, что традиционное. Традиционный вот котел есть. Интересно, вот здесь вот уже так называемая, как Вайланд нам сегодня сказали, это кастрюля, теплообменник-кастрюля получается. Я не знаю, что он говорил, Вайланд. Я здесь вот представлен разрез нашего теплообменника, вся фишка в теплообменнике. То есть у вас дымовые газы проходят через... дымогарные трубки. Получается и назад. Нет, они не столько проходят. Там внутри трубках есть такие специальные как бы уплотнения, которые препятствуют. Ну, можно назовем их так условно турболизаторы, да? Турботочки, да? Да. Которые замедляют у вас дымовые газы, и у вас появляется конденсат. И конденсат у вас омывает эти дымогарные трубки. То есть у вас вся сажа, которая есть там, гадость, да, она смывается вместе с конденсатом. Это самоочищающее теплообменник. То бишь, скажем так, техническое обслуживание самому теплообменнику, практически. Кто здесь знает? Здесь, смотрите, фишка состоит в том, что данные модели теплообменника очень критичны к теплоносителю. Соответственно, должна быть обязательно промыта система и должна быть залита только подготовленная вода. То есть, если эта модель вам простит все ошибки, косяки монтажников, то этого нет. Подготовленная вода, а как к теплоносителям каким-то незамерзающим относится? Мы вообще отрицательно. Я тоже так, но многие, вот, к примеру, просто даже люди задают вопрос мне. Нет, вообще возможно, мы рекомендуем теплоноситель на основе пропиленгликоля. Они не ядовиты, соответственно, но они более дорогие, у нас люди их не любят заливать. У нас любят залить всякую гадость, там тосол какой-нибудь. Согласен. Кому либо разбавить, объяснить? Либо разбавить. Кому как объяснить? Как же, веретенное масло. Нет, смотрите, мы допускаем, сейчас, извини, просто. Ничего. Алло. 6, да. Смотрите, здесь ситуация с... Так, на чем остановить?
Ну, то есть тут фишка в теплообменнике тоже есть, но здесь просто эти модели, у нас эти до 40, а эти до 120, от 50 до 120. Угу. То есть это мы в основном... Это уже, наверное, одноконтурная модель. Это одноконтурная, есть такие двухконтурные, но мы здесь их не стали показывать, есть с бойлера модели. Мы рекомендуем ставить наши бойлера в сочетании, есть эти модели, есть и двухконтурные, эти в основном представлены одноконтурные. Очень удобно брать их в каскад, то есть котлы видят друг друга, не надо дополнительно ставить автоматику, вы наращиваете гирлянду котлов. Очень любят брать торговые центры там различные, конечно, котельная, нагрузка на фундамент практически никакого, малошумные, у них очень хорошее соотношение модуляции 1 к 10, то есть очень такие вот они, очень экономичные. Значит, получается, им не требуется какой-то один котел управлять всеми остальными. Если в каскаде. Каскад можно по-разному реализовать, либо они будут один ведом, один последовательный, ну, запасной, и будут подключаться. Мы обычно рекомендуем, чтобы так не делать, лучше, чтобы они по очереди включались. Иначе у вас получится основной, будет изношен там, на 90%, а запасной будет там, на 10%. Поэтому лучше, чтобы они по очереди, да, включались. Но мы всегда за то, чтобы лучше разделять мощность, да, чтобы общий запас, допустим. Да, нет, спасибо. Да, пожалуйста, что. Ну, в принципе, все. Да, может быть, ну, если есть вопросы, спрашивайте. Да. У нас, смотрите, заходите к нам на сайт cv.ru. У нас есть видеоролики, да, вы можете посмотреть, как производится вот этот котел. Как посмотреть на видео, заглянуть вовнутрь теплообменника. Это все у нас представлено в свободном доступе. Но скачивать это возможно. В районе 100 километров, а еще какие? Нормально, не сама пишу за Индию.